В Киеве от огнестрельного ранения погиб милиционер. В него стреляли накануне днем в Днепровском районе возле лесопарковой зоны на улице Лозо. Обнаружили раненого прохожие, они же вызвали скорую и милицию. Следователи установили, пострадавший 42-летний прапорщик Днепровского РУВД. В тот день у него был выходной. Медики оказались бессильны, у правоохранителя было тяжелое ранение грудной клетки с повреждением сердца. По факту умышленного убийства в милиции открыли уголовное производство. Там разыскивают очевидцев случившегося. На даний час з'ясовуються всі обставини події. Звертаємося до громадян. Якщо хтось володіє хоча б якоюсь інформацією по даному факту, просимо звертатися до Дніпровського райуправління або телефонувати на 102.